Кому апельсинчики? Кому витаминчики? Сколько стоит, сынок, твои апельсины? Рубль, папаша. Всего 1 рубль. Взвесь ко мне 3 килограмма хороших. Какие килограммы? 1 штука рубль. Ага, не понял. 1 штука рубль. Штука? Ну? Я бы дал тебе рубль, если бы был уверен, что ты на эти деньги купишь хоть 1 грамм совести. Иди гуляй, папаша, и не мешай удовлетворять возросшие потребности покупателей. Эх ты. Кому апельсины? Кому витамины? А вот апельсинчики. Почем апельсины? Как идут дела, Степан? Помаленьку. Покупатель какой-то скучный пошел. Все ему не весело почему-то. Покупатель всегда прав. Главное – улыбка. Кому апельсины? Кому витамины?